сегодня мы Вове будем делать такую татуху одноразовую. Такой трафаретик у нас. Иди сюда. Легко цепляется, легко прицепляется. Так, ручку. Ручка у нас чистая. Вот. Вот такую татушку мы будем Вове делать. Такой пума. Пума. Каким цветом, Вова? Синим? Да. Синим? Пусть будет синяя. Смотри, у тебя синяя футболка. И синяя татушка. И синие кеды. Чуть-чуть вот так. Ох ты, кеды даже синие. Так, начали. Чуть-чуть вот так увеличим. Хорошо приклеилось тут все. Аккуратненько стараться не залазить на трафарет, чтобы не было там много. Так, лапку. Наносить надо тонким слоем, потому что тонкий слой быстро сковырнется с кожи. А мы тонким слоем. И вполне хватит этого клея, чтобы держались блестки. Угу. Немножечко подровняем все, чтобы везде все было аккуратно. А можем контур делать черную, черная пантера. Давай. А внутри можно и синий оставить. Давай. Так, а где черный цвет у нас? Вот. Так, нет, черную мы уже накрасили. Прицепляем на место. На родину. Так, теперь мы черным глиттером будем делать контур чуть-чуть, слегка, может, хвостик черный будет. Черно-синяя и синя-черная, можно сказать, да? Чуть-чуть. Ух ты, много. Делаем контур. Ай, лапа на черный у нас получилась. Так, ладно. Ох, какая красивая будет. Какая красивая. Бери голову. Черная и синяя, как будто бы. Сейчас мы попробуем сделать этой пантере глазик. Блестящий. Сразу Сваровски у меня есть. Мы сделаем точечку. Мы сделаем точечку одну сюда. Не знаю, куда-то не туда. Как-нибудь прицепим сейчас ее. И на этот клей, так, на эту точку мы теперь прицепим стразик один. Вот такие стразики Сваровски. Покрупнее сделаем чуть-чуть, чтобы видно было. Глаз сильно большой получится. Глаз просто глазище. Сильно. Он еще и другой стороной прилепился на елки-палки. Вот. Вот как он должен блестеть. Что, не видно, как он блестит? Он блестит, просто он слишком огромный. Что-то этот глаз похож на... Не знаю, на что он похож. Нет, блестит.
На солнце особенно бы пригодился. Ну вот такая у нас татуха получилась. Красивая. Все лишнее смахиваем. Все. Вот и вся картинка. Когда свет светит, хорошо, блестит. Да все? Нет. Мой глаз, правда, куда-то не туда смотрит. Чуть-чуть бы его подвинуть сюда. Так, сейчас фотографируем. Вот и все. На руке красиво. У нас тут творческий беспорядок, всякие татушки лежат. Блестки разные. А вот такую блестящую будем делать? Нет. Блестящую будем делать? Полоску какую-нибудь? Нет. Правильно, девчачья, да? Девчачья или нет? Да. А у нас есть здесь не девчачья, другие картинки. Вот такой красивый. Серебристый браслет. Нет? Ну ладно, все тогда.